Случай на вокзале. Рассказ брата. Не забуду случай на вокзале. Я в поездке дальней был тогда, ждал свой поезд, сидя в шумном зале. За окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина. Спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, видно, пьян. Шел он, как-то странно ковыляя, подошел ко мне и стал просить: «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил: на пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь. На его слова не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно. У него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом. По походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял? Да и речь его была нормальна, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа болела, оказав голодному любовь. Тут толпа немного поредела, и его я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу. И теперь не только чашку чая, все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери. Жду немного и вхожу в буфет, оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, спрашиваю: «Здесь такой-то был инвалид, хромой на обе ноги?» Говорит: «Такой не заходил». Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю. Здесь была в буфете дверь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума. Если так Христос к своей невесте подойдет голодный, а она говорит о Церкви Божье слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал, скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, но ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты».